Встречайте, экс-солистка группы «Виагра», ведущая Первого канала Вера Брежнева. Дорогие друзья, с вами Вера Брежнева и мое любимое шоу. Я не играю белое и черное, переплетаю. Прости, чемпион мой, завтра ты станешь шайбой. Еще не будет. Ой, назад выйдите. Ты просто долго думала. Пошла такая же. Забавно и интересно в первую очередь, но с другой стороны, каждому человеку всегда хочется раскрыть в себе некие такие грани, которые до этого и не раскрывал. Поэтому это такая вторая жизнь, можно сказать, на льду. Как говорится, волков боятся в лес не ходить. Но, конечно, для меня это такой, это труд. Ну, как говорят, терпение и труд, все перетрут. Мы изначально с Верой как-то решили отойти от такого стереотипа «учитель и ученик». Мы все-таки больше общаемся как, ну, не как коллеги, но как такие... Товарищи по... не по несчастью, а по счастью. Извини. Музыка есть, костюмы вроде как должны быть уже готовы к дню съемок, а программа... Мы сейчас в процессе. Раз, два, три. Три. Теперь бери ножку. Бери ножку. Какой? Друг. Рано? Ломись. Очень хочется, чтобы этот номер, конечно же, понравился и зрителям, и судьям. Если там в каком-то веселом можно где-то ошибиться и как-то обыграть это, да. То здесь надо кататься чисто красиво. Мы хотим, чтобы так получилось. И хочется передать проникновенность музыки и исполнения. Именно вокального хочется передать исполнением вот, фигурным. Красиво. Правильно сказал? Вот так вот. I know that the clubs are weapons of war.